сегодня совсем необычный ролик по поводу, конечно, аквариумистика, да. Пообещал я тут человеку от города 240 километров отвезти животных интересных. Ну, мы собрались с товарищем на машине ехать вчера на баскетбол. И тут он мне говорит, заодно объединить приятность полезно. Мне не получается, не поеду. Ну, блин, такой дали, если ехать на машине, это круто. Одному решил я ехать, знаете, на чем? Да, на маршрутке. Ну, это так, как микроавтобус. Не ездил, наверное, уже лет 15 на таком. Даже не помню, когда. Ну, раз я обещал привезти человека, у меня варианта другого нет. Только как это сделать. Видимо, у меня сумочка есть такая. И два бокса. Вот один бокс и второй бокс. Ну, давайте я вам покажу, кого я везу. Интересное создание животное. Берем вместе с вами. И откроем. Опс. Боксики такие, термобоксики. Прикольные, маленькие. Кто у нас тут? Опа. Да, это у нас черепашата. Смотрите. Вот. Тирин. Вот. А где я? Очень интересная и красивая. Не знаю, камера сфокусирует. Вот я везу вот так вот две коробочки, видите? Две штучки. Тут у меня термобокс закрывается крышечкой. Сбоку я такие специальные смягчающие элементы. Ну, такие дутые, чтобы туда-сюда не прыгало, не ладило. Ну, а тут у нас другое создание существа в коробке. Но, к сожалению, друзья, его я показать не могу, потому что, как вы знаете, в последнее время очень много людей, не знаю, злых, завистливых или каких. Поэтому лучше мы его оставим в секрете. А вот такое вот чудо я везу. Так что 3,5 часа дороги. 3,5 часа. И можно спокойно отдать человеку, которому я обещал и, соответственно, сдержал слово. Все, друзья, всем пока.